привет моим подписчикам и гостям канала. Мы с мужем очень любим бывать в магазине IKEA. Здесь мы черпаем вдохновение и находим новые идеи для украшения и усовершенствования своей квартиры. Здесь столько всего полезного для дома и быта, что глаза просто разбегаются. А сколько необычных и нестандартных идей для нашего интерьера. Поэтому поход в IKEA для меня всегда праздник. И сегодня я приглашаю вас прогуляться с нами по этому замечательному магазину. Мне очень нравятся искусственные цветы в горшках IKEA. Они смотрятся совсем как настоящие, и хоть я предпочитаю живые растения, все равно подолгу зависаю у прилавков с этой искусственной красотой. Посмотрите, какой симпатичный светильник! Он замечательно подойдет как для детской, так и для спальни, и цена вполне демократичная. Какой милый, уютный рабочий уголок получился. А это трубочки для напитков. Они очень похожи на фикс-прайсовские, только их больше, но зато и цена немного повыше. Вот такие яркие, нарядные детские счеты нам попались. Мне кажется, малыши будут с огромным удовольствием учиться на них считать. А кресла из IKEA – это просто моя мечта. Они невероятно удобные и при этом компактные. Посмотрите, какая интересная задумка. Шкафчик открывается вот таким образом. Правда, необычно. Как вам эти часики? Мне очень понравились. Такие невесомые и ажурные. Посмотрите, какая роскошная люстра. Да и в целом кухня-гостиная получилась очень богатой. А вот это зрелище меня просто заворожило. Я минут пять не могла отвести глаз от этой красоты. Некий инопланетный вариант светильника. По мне, так очень необычно, хоть и немного дорого.
Очередной стенд с искусственной зеленью. Естественно, я не могу пройти мимо. А вот витрина с развивающими игрушками для детишек. Они очень яркие и добротно выполненные, но, на мой взгляд, стоят все-таки дороговато. Пожалуй, только в Икее можно встретить такие мягкие игрушки. Воронки же в Икее просто огромного размера и очень позитивные расцветки. Витрина с посудой, а точнее с различными стаканами, бокалами, чашками и фужерами, всегда притягивает меня как магнит. Мне хочется купить и те бокалы, и эти. Кстати, в Икее они очень прочные и качественные. Я покупала их домой уже не раз и всегда оставалась довольна. На данный момент меня больше всего впечатлили вот эти стаканы под хрусталь. Они такие увесистые, солидные и очень красивые. А это мягкие игрушки-подушки. Крутой енот в солнечных очках. И медалист-боксер. Оба они очень милые. Еще одни красивые и необычные светильники. Похожи на одуванчик, правда? Витрины с освещением в Икее я всегда разглядываю подолгу, ведь именно от освещения
очень зависит уют нашей квартиры. Посмотрите, какие замечательные светильники придумали для детской комнаты. Как с ними будет уютно малышу. А эти очаровательные светящиеся малявки тоже придутся по нраву многим. Такие светильники я уже вижу не первый раз в Икее и всегда останавливаюсь около него, дергаю за веревочку, и он закрывается. Какое удобное хранение велосипеда придумали в Икее. Меня всегда поражает множество стильных, красивых вариантов картин для украшения интерьера, ну просто на любой вкус. А уж искусственные ветки самых различных цветов в Икее – это отдельная песня. Выглядят они, как живые, а смотрятся просто изумительно. Можно создать из них красивую композицию для дома. На этом наша прогулка по Икее заканчивается. Время, как обычно, пролетело для нас незаметно. Надеюсь, вы тоже присмотрели что-то полезное и красивое для дома и интерьера. Не забывайте подписываться на мой канал Позитив ММ. Впереди еще много интересного. Ну а пока, пока-пока, до новых встреч!